Всем привет, ребят. Ну что, добрался я и продолжаем трешечок. А с вас лайкосики, поехали. Будем разбирать новую гильдейскую локацию, что да как. У нас ее уже открыли. Вот так вот, кто смотрел видосы, то и видели. Вот так вот оно все у меня выглядит. Мы активировали. Смотрю, некоторые попытки уже использовали. Волны. Ну, в общем, я так понял, никто ничего не прокачал. Итак, смотрим. Наподобие, это я так, видите, у меня 20 лямов здесь, кгшек. Все наподобие нашего замка, то есть, по сути, будем проходить волны. Вот так вот башенки выглядят, 3800 жизни у них. Не знаю, можно их качать, нельзя. Здесь можно прокачивать это. Я так понял, что для всей гильдии, походу, они у нас максимальные или что, я не знаю. Вот так вот они выглядят. Каждый дает свои статы, об этом я вам уже попозже скажу. Расскажу, думаю, на английском сервере мне там проще будет с переводом. Я, как обычно, вам переведу все сразу, все и сразу. Так, в общем, сколько у нас их есть? Три. 4, 5. Точно так же, как и таблеток. Я их могу двигать или нет? Нет, я их двигать не могу. То есть, я так понял, это может делать глава гильдии. Так, это хаб гильдии у нас так выглядит. Понятно. Сокровищница, с которой можно получать плюхи. Сундучки за выполнение определенных заданий. Так, а вот и прокачка. Прокачка каждого. Я так понял, что это я должен сам качать. Вот так вот. Интересно, интересно. Или это вся гильдия вместе? Сейчас посмотрим. В общем, этот хаб, здесь качаются эти стражи. Магия и вот магазин, шоп. Так, что мы имеем? Это мы не можем еще пока этого купить. Апекс камни продают, ребят. Я считаю, это однозначно плюс. Будут они стоить 1000 плюс 1500 кредитов. 21.30 для прокачки. А какое количество? А, это один за 1000 поинтов. Ну, в принципе, относительно неплохо. Я скажу, для бездоната это однозначно плюс. Посмотрите карты. Можно купить. Вот у меня не хватает, правда, этого ресурса. Окей, на постройку, на ускорение. Хорошо, с этим разобрались. Так, давайте посмотрим. Надеюсь, что будет обновляться еще дальше. Ну, даже так, красные и апекса камни, это однозначно плюс. Есть шансы без донатов со временем прокачать. Я, правда, не знаю, сколько. Вот тут вот проблема будет у всех. Если вы не вдонили изначально, то у вас потом будут, печалька будет, скажем так. Так, с этим разобрались. Снимать мы их тоже пока не можем. Хорошо, поехали в хаб. Так, а что это такое? А, это. А, можно посмотреть запись вот так вот, как они нападали. То есть можно повторе посмотреть, какие волны у нас есть. Ну, я считаю, это однозначно плюс. Было бы классно, если бы они еще сделали повтор на битве гильдий. Так, как видите, каждый страж со своими там заморочками. Вторая волна. Не знаю, сколько здесь волн еще. Но я так понял, мы использовали все попытки. Но стражи надо было изначально прокачать. Интересно. Ну, прикольно, конечно, смотрятся они обалденно. Сейчас попробуем гильдейские сундуки пооткрывать. Скорее всего, с них должно падать. Но у меня еще старенькие. Есть на складе, заодно и посмотрим, падают ли с них ресурсы. Так, я так понял, нас убили. Нас тут слили, можно на ускорялку нажать. В общем, локация довольно-таки интересная. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Так, с этим мы разобрались.
Сколько волн прошли? Так, 1680, второй уровень. Давайте сейчас попробуем. Я не знаю, конечно, что оно где означает. Давайте попробуем их как-то попрокачивать. Так, это я жертвую, и надо час ждать. 200, ага. И, соответственно, получаю, посмотрите, за пожертвование я получаю экспишку, за ману. И что, все, что ли? Надо ждать. Так, XP, ага, это скилл его, все. То есть скилл качается. Короче, это, ребят, это длительное время, за самики тоже плюс 40. Вот так вот, за кристаллы плюс 20, за самики больше всего. То есть за самы можно прокачивать плюс 40. То есть представьте, сколько надо качать до 10 левела. Ага, все, с этим разобрались. Все, тут, думаю, все понятно. Так, это с этим героем мы разобрались. То есть общее внесение получается. Так, это левел поднимается, это поднимается его скилл. Ну, давайте попробуем. Ага, не могу. Видите, качается только один. Вот только единственное непонятно, для всей гильдии или только для меня. Надо целый час ждать. Вот так вот. То есть будем выбирать, какого прокачивать, будем знать их свойства, будем уже туда трешивать и качать. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали смотреть сюда. Что же у нас тут интересного? Так, это я пожертвовал походу. И у нас уже три. Так, вот что мне интересно. Этот повтор дает 32 камня. Но у меня их хватает. В общем, непонятно. 2 с 5, 32 камня. В общем, непонятно, что это такое. Надо будет дословный перевод. Но я так понял, что это поднимается левел волн, скорее всего. Возможно и так. Так, что у нас тут интересного поменялось? Ничего. Поехали. Поехали попробуем гильдийские сундуки пособирать, отрешивать, пооткрывать. Как видите, у меня тут ресурсов сегодня немножко подкопилось. Надо будет качать дальше. Так, я хотел сундучки гильдии. Так, это удачные сундуки, открываем. Это с архия. Это у меня... А, это я бегал, по-моему. Ага. Сундуки превратились сами, так кто не открывал, походу. Они в такие превратились, потому что я не знаю, откуда у меня они взялись. У меня их, походу, не было. Скорее всего, что так. Так, вот гильдийские сундуки. Не хватает места, да? Ну, давайте попродаем. Все лишнее. В общем, интересного много, я вам скажу так. Очень даже много интересного. Поехали, смотрим, что у нас тут выпадет. Нет, отсюда не падает. Возможно, скорее всего, будут новые. Нет, все-таки падает, ребят. Вот эти камешки. Вот эти камешки. То есть, кто копил сундуки и не открывал их, однозначно получит больше плюх. Такс. Сундуки гильдии. Посмотрим, посмотрим. Давайте вторые. Ну, не часто падают, как видите. В общем, интересно, посмотрим, какие плюхи, но гильдейский магазин мне нравится. То есть, когда откроются Apex камни, то есть вы дойдете дальше, то получается неплохо, неплохо будет для всех. Вот еще один, то есть они падают очень-очень проблемно.
Короче, они нас обязуют по ходу проходить гильдейскую локацию. Так, хорошо. Давайте еще одни сундучки откроем. Самые топовые. Посмотрим, что у нас тут будет. Как видите, не особо много нам итемов упало. Вот они, два всего. Видели, сколько я сундуков пооткрывал? То есть, соответственно, вы должны понимать, что стоимость не дешевая будет. Так, это у меня скины пооткрывались, надо будет поюзать. Хорошо, с этим мы разобрались. Такс. Поехали. Хорошо, что я туда закинул гильдию, но я думаю, нам хватит 20 лямов. Такс. Вот, скорее всего, здесь нужны будут они в дальнейшем. Вот видите, уже 3240. Скорее всего, всем надо сюда заходить и что-то делать. Я не знаю, что. Вот уже видите, больше у меня. Вот у нас уже... Не могу я пока его качать. Тут левел поднимают, я немножко скилл ему кину. 53 секунды, 53. Это, походу, для меня ограничение. В общем, вот как-то так, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу новой локации, по поводу вот этого вот магазина. Ну, однозначно плюс. Вот, видите, можно теперь покупать гильдийские эти. 3200 карта стоит. Это, ну, карты такое себе. Книжечка, коробка, 18 тысяч. Ну, вопрос, как будут эти очки набираться быстро. 400. И 1000 апокс камень, 1500 кгшек, конечно, немаловато, я вам скажу так. Недешево. Но, в любом случае, это еще дополнительный шанс. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.